Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля, и мы продолжаем говорить о наставничестве. Одна из самых важных составляющих наставничества – это преемственность. По сути, наверное, вот это вот круговорот, вот этого снежный ком, да, евангелизма, расширение Царства Божьего, оно и основано на наставничестве. Оно основано на том, что я, как наставник, буду наставлять не одного, не двух, не трех, а максимальное число людей в течение моей жизни. В этом и состоит суть умножения. Если я, как наставник, буду наставлять только одного человека, я не занимаюсь умножением. Если каждый христианин в своей жизни воспитает двух учеников и передаст им вот ту же страсть спасать людей и быть наставником для других людей, то через 100 лет вся земля будет спасена. Но, к большому сожалению, под тем или иным причинам не играет роли, кто прав, кто виноват. Современная церковь не практикует тот образ наставничества, который принес Христос. Есть боссы, пасторы, которые наставляют несколько десятков, сотен или тысяч людей, которые должны есть с моей руки и даже не думать о том, чтобы наставлять других. Ну или мы выбираем каких-то лидеров, которым мы особенно доверяем, и они могут это делать. Но послушайте, Божий принцип, он очень прост. Я должен наставлять 2, 3, 4, 5, 10, 20 человек на протяжении моей жизни. Это не значит, что я должен стать пастором огромной церкви, но я должен стать пастором для одного, воспитать его и передать ему это ДНК. Я на 100% уверен, друзья, в том, что в этом суть евангелизации. Если бы мы послушали Христа, если бы мы начали молиться, чтобы в течение хотя бы одного года нам найти одного ученика, привести его ко Христу и сделать из него наставника, то мы двинем огромную глыбу евангелизации, которую уже никогда не остановить. Одна из важнейших задач – это не просто привести человека к Богу, это не просто дать ему азы, это не просто молиться за его благополучие, это не просто направить его в правильном направлении, а это сделать его преемником, заложить в него ДНК умножения, заложить в него ДНК наставничества, ДНК ученичества, чтобы он за свою жизнь хотя бы нескольких людей привел ко Христу и сделался их наставником. Вот эта преемственность, она просто делает процесс непреодолимым. Если нам удастся это, то Церковь Божья победит мир.